Ну, это моя ложка. This is your spoon, yes? Это ваша ложка, да? Maybe we can do it. Может быть, мы сможем вот так? Can you see how it's starting to bend a little bit? Сгибается? Да, еще как. And remember how I showed you before, you can see the difference. А я вам показал разницу. Видите, какая разница? Разница получилась. У вас же была нормальная ложка, да, настоящая, да. Ну, я подтверждаю, я только что ее дал, ее нельзя было подготовить. These are the spoons are regular spoons, and you can check the spoons. Можете проверить. And you can check it and see. Проверьте, это и та, и другая. It's a tough, жестко. This is yours, no? Это ваше. Да, это моя. This is yours, yeah. А скажите, вы это делаете чем? Энергией, мыслью, чем вы это делаете? Combination of everything. Это соединение, сочетание всего. В Китае это называется чи, в Японии школа ки. И все это делается с помощью энергии, которую имеет каждый человек. Энергия мысли. Laser beam, ну, лазер, например. Лазер и фонарик. Получается, что фонарик просто светит, а лазер пытаясь, соединяя все в единую точку, может все резать. Это качество, которое я себе вижу, я способна концентрировать все эти виды энергии, включая личную интуицию или что-то еще. Я не могу сказать, почему я это делаю, но вот то, что я делаю, это... А как он конечно, это делает? Конечно, он как да. это делает? Вы знаете, я не знаю. Но это, конечно, я подтверждаю, что эту ложку я специально вытащил в последний момент. Потому что эти ложки, ну, я видел, что они тоже были принесены откуда-то из каких-то комнат. Это были настоящие... Из нашего буфета. Да, из нашего буфета. Ну, может быть, время прошло, что-то с ними там можно было сделать, но эта ложка лежала у меня в кармане. Никто ее не трогал. И вот прямо сейчас она... И причем, видите, она согнута, но жесткость не потеряла. Мне стоит некоторых усилий. Но не буду разгибать. Можно я возьму это себе в подарок? Вот. Не буду разгибать, потому что это... Я хотите, подпишу ее. Та же самая ложка. И разогнуть ее, я как бы ее не тер, не получится. И даже если я разогрею до 200 градусов, тоже не получится. Скажите, поэтому это мне непонятно. Вы когда вот это все сделали, вы как-то после этого сразу ощущение, что вы устали. А у меня такое ощущение. Это тяжело очень делать? Вот вы сейчас выглядите более уставшим, чем в начале нашей беседы. Это на самом деле дается трудно? Да, это правда. Это правда. Всегда, когда я делаю вот такого рода вещи, на презентациях, на шоу или при консультациях, каких-то мастер-классах, это я начинаю выступает пот, и я сразу начинаю уставать. Сколько времени у вас на часах? Мы делаем прежде в записи, я не буду это скрывать. 19 часов 40 минут. I would ask you to give me your hand. Дайте вашу руку. Give me your hand. No, like this. And to tell me a number between 20 and 60. Назовите любое число между 20 и 60. What would you say? Какое вслух? Число? Вслух? Вслух сказать? Mm-hmm. 30. And the time was, what was А время какое было у вас там на часах? Без 28. 7:40, собственно, я как человек из Израиля просто такой. Tell me if you feel something strange. Возникло какое-то особое странное чувство? Вот когда снизу ладони, то ощущение, что вы жжете что-то, а здесь нет какого чувства. You felt it? Почувствовали. Отсюда. Вот здесь горячо, очень горячо. Просто очень. Very hot. Right? It's так. Like not human. Во всяком случае, не человеческое тепло, не тепло тела человеческого. Почти даже выдержать нетрудно. Ну да. And now I will stop it. А теперь я остановлю. Stopped? А остановил. Смотреть? What is the time on the watch? Какое время на часах? Время на часах прошло 30 минут. Время на часах 8:10. 30 minutes exactly. Ну, в данном случае именно просто мне должны поверить, 8:10 это как раз прошло те самые 30 минут, про которые я говорил. И вы все равно говорите, что... So exactly именно те минуты, которые вы сказали, 30. То есть вы двигаете стрелки на нужное количество делений...
не глядя, как даже это? Не глядя на часы. А как это может быть? Как это может быть? Доктор, профессор, объясните, пожалуйста. Знаете, тут должен быть, наверное, доктор других наук. Да, но это действительно загадочно. Да, мы видим это прямо перед глазами.